Здравствуйте, как всегда в конце месяца я показываю, что цвело, что отцветает из моих орхидей, что развивается, что испортилось. Погода у нас, погода, скажем так, не буду я ее больше обсуждать. В общем-то, есть цветущие орхидеи. Начнем, наверное, с фаленопсисов. Вот эту вот красавицу. Я сама не вижу, что я показываю. В этот момент вышло солнце. Мне отдали не так давно в одном цветочном магазине. Сказали, что она никому не нравится. Она стоит очень давно. Уже начали корни портиться, вернее. И сказали, что народ ей не интересуется. Я сказала, что я очень интересуюсь, и мне ее подарили. Очень странный народ, честное слово. Я сейчас ее поверну. Вот такая вот она у нас красивая. Очень-очень темная, с белыми такими вкраплениями. Просто прелесть. И очень много начинающих цветоносиков. Просто красоточка. Удивительные люди. Теперь можем обратить внимание на несколько других тоже фаленопсисов. Ну, вот этот у меня относительно недавно. Где-то с начала мая мне его отдали. Опять же отдали, потому что он, как вы видите, в не очень хорошем состоянии. Ну, я думаю, что есть надежда. Он, кстати, очень-очень ароматный. Цветочки я не отрезала. Посмотрим. Он один. Я не думаю, что будет очень сильно вредить. Но постараюсь его все-таки привести в порядок. Это у нас маленькая леди. Здесь у нас вот такой вот. Это у нас... О, если вы можете прочитать. Вот так он называется. Он с двумя цветоносиками. Корни у него были... В принципе, были и немножко подпорчены, но и было достаточное количество хороших корней. Он у меня тоже примерно около 2 месяцев. Цветочек он не сбросил. Один бутончик еще был, он его подсушил. Вот этот не сбросил. Он пахнет, но я бы сказала, что запах немножко странноватый. Но зато он очень-очень красивый. Вот там вот назревают новые корешочки. Прелестный фаленопсис. Я только сейчас заметила, что у нас оказывается новый листик. Ну вот, как полезно снимать видео. Много интересного видишь. Сейчас я перейду вот к этим двум прелестным. Одна из них малютка. Это сеянец. Очень-очень ароматный. Вот такой же сеянец я послала Леночке в Баку. Он, возможно, немножко другой, потемнее, потому что с обратной стороны листья у него более красный и более четко выражен рисунок. Но неважно, он очень-очень красивый. Он у меня... Ой, с января. Пришел с маленьким цветоносиком, подрастил листья, открыл все свои цветочки, ни одного не засушил. Прекрасный, прекрасный фаленопсис. И для знатоков, у меня никакие вазоны на заднем плане не умирают. Это лейкасты. Они листопадные. Какие-то листья в какой-то момент сбрасываются. Пожалуйста, не пишите мне, что вазоны на заднем плане помирают. Вазоны вообще помирать не могут. Они не живые. А то потом у нас очень долгие беседы начинаются. А это у нас... Ну, все знаете Леодора, который мне присылала Света Кончура в сентябре прошлого года. Пришли они через 3 недели, можете себе представить, 40-градусную жару, ну, в ужасном состоянии. Но он прекрасно нарастил и листья, и корни. И даже 2 цветоноса вырастил. Кто интересуется, может посмотреть ту посылку. Сентябрь прошлого года. Очень было жалко эти все растения, но все выжили. У него последний цветочек, но зато... Есть еще новые бутончики. Цвел всю зиму. Очень-очень прелестный. Вот, рекомендую. Леодора. Кстати, вот эта малютка забивает своим запахом все остальное. Но запах приятный.
Здесь у меня мини-фаленопсисы. Кто-то помнит, что они у меня втроем сидят в одном горшочке. Ну, вот здесь не захотел цвести, выдал детку. Этот так и не двинулся еще. А вот этот вырастил. Новый цветоносик. В мху они сидят втроем. Красивые. Вот я не помню, что я белый покупала. Ну, а здесь вот тот безумный-безумный джангл орчид. Он постоянно цветет. Это что-то невероятное. Я такое посылала Вере в Кинзейсеп. Она уже тоже кому-то дарила деток. Я уже тоже дарила детку моей подруге Олеге. Это уже три фаленопсиса, насколько я понимаю, с момента, как он вырастил, с точки роста цветонос, он скоро тоже будет выдавать деток. Но он просто роскошен, когда он весь зацветет, это будет сказка. Здесь еще один красавчик, он у меня тоже несколько месяцев, вот уже второй распускает бутончик. К одному пришел, был один цветочек, полураскрытый и один засохший. Вернее, бутончик. Он раскрыл бутон. И вот второй идет. Прекрасный тоже. Начал растить корни. Довольно неплохо. Вот. Такой вот он. Он у нас называется... Да, тоже на пенангел. Я на гибрид не такой, а чуть-чуть другой послала тоже Леночке в Баку. Простите, ладно, потом положу. У меня он вот такой. Он ароматный, но запах опять же очень-очень странный. Знаете, так бывает, вот когда вы кладете какой-то очень ароматный препарат от моли в шкаф, а потом через какое-то время открывается. Вот как-то так пахнет. Может быть, это мне так кажется. Я его покажу немножко при флаше. Потому что сейчас цвет такой, что его не очень хорошо видно. Посмотрите. Вот такой он на самом деле. Как бы он ни пах с такой красотой, он может пахнуть как угодно. Видео, наверное, сегодня получится длинным. Но что поделаешь, есть что показать. В общем-то, немного, но есть. А это энциклия, которая пришла ко мне 2,5 месяца назад из Германии. Ее пересылала Света Вайсгербер. Вот так она называется. Когда мне ее послали, у нее только-только начинал вылезать цветоносик. Она умничка, дорастила цветонос и распустила почти все свои цветочки. Осталось совсем чуть-чуть. Очень-очень симпатичная, нежная, посмотрите. Такая оранжево-коричневатая немного. Очень яркий оттенок и очень-очень приятная. Растить новых трипсов до бульбочки – активное растение. Очень активно. У нее вот есть еще очень маленькие бутончики. Не знаю, раскроет ли она их все, но все равно очень красивая. Я же говорю, что сегодняшнее видео будет длинным. Начинает раскрываться променея. Ну, пока только один цветочек. Три цветоносика у нее. Красоточка. Очень солнечная. Ну, а здесь у меня дендробиум ладыгеси. У него тоже есть несколько цветоносов. Я его сниму сразу же, как только распустятся цветоносики, потому что я от многих слышу, что цветут очень мало, очень быстро отцветают. Но не знаю. Посмотрим. Есть цветоносики, вот они. И также есть цветоносики на, ну, простите, очень шумно, дендробиуме, который я привозила из Москвы от Светочки Кончуры, тоже ладыгеси, но варигатный. Такой вот. Вот. Ну, не могли раскрыться к сегодняшнему видео. Здесь у меня максиллярия тенифолия. Довольно-таки неплохо разрослась. Она была намного меньше. Тут в некоторых местах я вижу, вроде бы цветоносы собираются. Ну, посмотрим. Вот такая вот она. Несмотря на наше жаркое лето. И также... Здесь у меня целлогина кристата. Ну, вот это, наверное, все-таки все новые псевдобульбы. Очень их много.
не такие они. Не такие они зеленые, они немного коричневатые, но все равно мне кажется, что это псевдобульба. А их много. Ну, ничего страшного. Будем делить. Ну-ка я попробую увеличу. Вот они. Ну и здесь вот Stardust. Я специально вынесла его. Нужно отлепить все кейки, которые были. А пришел он сюда довольно большим количеством кейков. Есть кейки, которые выросли у меня, но их немного, два было. Два или три. Буду отлеплять теперь кейки. Причем самое интересное, что и кейки с цветоносами. В общем, будем спасать растения. Отлепим кейки и рассадим. Ну, красавец. Дендробиум Rainbow Dance, если вы видите, тоже собирается цвести. Ну, а здесь Дендробиум Пирати. Честно говоря, было намного больше цветоносов. Посмотрите. Видите, вот везде были цветоносики. Я заметила, что после того, как я уезжала на выставку, несколько цветоносов отсохло. А вот насекомар сидит. Но есть мнение, допустим, Света сказала, что это из-за погодных условий. Погодные условия действительно просто ненормальные. Ну, а неврост пошел активно, очень долго растил эти цветоносы. И вот так вот распустился. Я тоже не знаю, сколько он продержится, мне просто интересно. Очень-очень красивый. Роскошный. Я говорю, что видео будет длинным, но все равно кого-нибудь забуду. Это вот какой-то гибрид Пиноккио. Отцвел уже практически. Один. И вот второй. Вторая розетка уже подросла. То есть мы готовы выпустить новый цветонос. Но еще стоп-лист не вышел. Он цветет уже второй год. А вот здесь у нас замечательнейшее растение. Ну, просто восхитительное. Это у нас супер растение Purple Martin. Тоже вечно цветущая. Абсолютно неприхотливая, вечно цветущая орхидея. Deritenopsis. А вот здесь моя неофинития. Цветонос она выдала давным-давно уже. Но вот он как-то пока не двигается. Ну, посмотрим. Найдем мы с ними разговор. Ну, а это мои красотки с выставки. Такие вот тилансы. Одна у меня там старая, а это вот новая тилансы. Я же не показывала, наверное, да? Вот и все, помнишь. А вот у этих два новеньких цветоноса. Вернее, у этой бульбофилом у нас вот чего-то растет. Ну, видимо, псевдобульбочка. А вот это у нас... Церапеталум деколор. Все-таки цветоносик, посмотрите. Уже видно. Это был цветоносик. Ура, ура! Я справилась. Там и у орхидеи змейки что-то растет, но я не достану. Ну вот здесь псевдобульбочки растут, Ириш, посмотри. Это тоже, наверное, псевдобульбочка, да? Вот у одного ангрекума продолжает что-то расти очень-очень медленно. Кстати, также и у саркохилуса очень медленно что-то продолжает расти. Похоже на цветонос, но не думаю, что буду показывать. И у анцидиума. Ну, здесь самая большая, наверное, цветочная гамма. Но он красивый. Ну и закончу вот этим вот желтеньким дендробиумом. Я вас сегодня замучила своими цветочками. Хватит. Спасибо за внимание. Сейчас еще покажу орхидеи на стенку и все. Ну, как-то вот так. Спасибо вам за ваше терпение.